Награда за теории. Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена Ричарду Талеру. Награду американцу вручат за вклад в изучение принятия решений. Ученый известен как теоретик в области поведенческой экономики. Он работал вместе с лауреатом 2002 года Даниэлем Канеманом. Талер занимал пост одного из советников экс-президента США Барака Обамы. Талер первым отметил психологический феномен «эффект владения». Люди оценивают вещь в своих руках гораздо дороже, чем в чужих. Сумма премии по экономике в этом году равна 9 миллионам шведских крон или 1 миллиону 110 тысячам американских долларов.